Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 28 рабочей тетради по математике для первого класса автора Моро. В этом упражнении мы должны будем найти значение данных числовых выражений. 10 плюс 4 равно 14. 15 минус 5 равно 10. 18 минус 10 равно 8. 13 минус 3 равно 10. 9 минус 7 равно 2. 7 минус 2 равно 5. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.